Телекомпания «ВИТ» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям представляет. Здравствуйте. Сегодня 9-й день, как с нами нет Игоря Владимировича Кваши. Давайте вспомним его. Честь вам представить. Чрезвычайный полномочный посол Республики Мали в России, дивизионный генерал, его превосходительство, господин Брахима Сере Трауре, супруга. А вот дом Леонтьевых, вы не знаете, где он? А у нас Леонтьевых много. А ты молчил. А почему молчал? Да. За что ты его так? Вот за чего. Вот так вот на колени встань. Спасибо большое. Дай Бог, чтобы все нашлись, как бы хотелось. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Жди меня». Мне хочется сказать несколько слов людям, которые устали ждать. Конечно, каждого из нас в какой-то момент оставляет надежды и веры. И, к сожалению, в нашу программу иногда приходят такие письма. Иногда мне даже приносят их в театр, почему-то предполагая, что так оно будет быстрее. Что мне вам сказать? Мы делаем эту передачу именно для того, чтобы никого не оставляла надежда и вера. Кому-то мы поможем уже сегодня, а кому-то нужно набраться терпения на месяцы, а иногда и, к сожалению, и на больше.
честное слово, нам самим хочется, чтобы все происходило быстрее. Но даже то, что произойдет сегодня, я, честно говоря, до конца тоже не знаю. Но мы все-таки верим и надеемся.